Гимн России в зале Центра единоборств сегодня звучит в честь открытия 12-го всероссийского турнира по боксу класса А имени заслуженного мастера спорта СССР Александра Островского. 100 участников из 9 регионов России и Республики Казахстан в этом году выйдут в ринг. Спортивную часть Омской области отстаивают боксеры областного центра олимпийской подготовки по боксу с дюшор номер 17 и номер 21. Честных поединков перед стартом состязаний парням пожелал Александр Островский. С каждым годом все-таки приезжает ребят все больше и больше. И это меня радует, что все-таки я здесь нахожусь делегатом. Судейство тут всегда объективное. Никто никого не обижает. Кто выиграл, тот и победил. Тому поднимает руку. Я думаю, что турнир развивался и будет развиваться дальше. В 2004 году Островский стал инициатором проведения в Омске этого турнира, который получил официальный статус и был утвержден Федерацией бокса России. Спортсменам интересны эти состязания еще и потому, что здесь лучшим из лучших присуждают звание мастеров спорта России. Соревновательная программа турнира Островского рассчитана на 5 дней. 3 дня – это предварительные бои, еще один – полуфинальный и в заключительный – на десерт зрителям самые зрелищные – финальные. Один из таких провел Дмитрий Юктешев. В весовой категории до 60 килограммов он показал класс. На данном турнире ставил задачу подтвердить звание мастера спорта. Думаю, справился с этой задачей, правда сказать, не на все 100%, как бы хотелось. Где-то что-то не получалось, где-то что-то там, не доготовился. Но так я, оценил свою готовность так на удовлетворительном. По итогам турнира у сборной Омской области 5 наград высшей пробы. Помимо Дмитрия Юктешева на первую ступень пьедестала поднялись Максим Галузин, Владислав Щукин, Иван Ерхов, Алексей Емельянов. Мы поздравляем спортсменов.